Друзья, всем привет! Меня зовут Василий Вишневский, мы находимся в Республике Беларусь. И мои первые впечатления о птицах пока что только... Ну, небольшое отличие в том, что встретил галок, практически ручных, очень близко подпускают. Ну, в Москве такие тоже есть, в парке Царицына, например. Но здесь мне показалось, что они чуть-чуть более доверчивы. Сейчас посмотрим, что тут за парк рядом с гостиницей «Виктория», где мы обосновались. Я пока слышу и вижу чаек озерных, целые толпы над водоемом. Посмотрим, что как. Давайте закажем, давайте проверим. Сегодня 15 апреля 2018 год. Я нахожусь в Минске, в парке рядом с гостиницей «Виктория». И тут все очень хорошо благоустроено. Есть небольшой островок, называется «Остров птиц». В общем, я прогулялся, никаких особых серьезных отличий не заметил от Москвы, кроме двух моментов. Это то, что тут есть вяхери, достаточно спокойно относящиеся к вниманию человека, как, в общем-то, и в более западных странах. И галки, которые тоже ходят по газону и не обращают внимания на людей. Но, в общем-то, это и в Москве таких можно встретить. Сейчас активно поют скворцы, дрозды, рябинники, слышно иногда поползни, сороку, вороны что-то высматривают на берегу водоема. На водоеме также держатся кряквы, озерные чайки. А, ну зябликов еще видел, конечно. В общем, не сильно отличается от Москвы. Может быть, чуть-чуть пораньше здесь ощущение, что наступает весна, но максимум на неделю. То есть травы и зелени такой серьезной нет. Проявляются только местами зелень. В общем-то, как и в Москве сейчас. Ну, по крайней мере, снега нигде не видно. То есть в Москве еще можно найти снег. Небольшие сугробики. Особенно в парке, а тут нет. Ну, вообще, здесь, вот на удивление, очень чисто. Не только в парках, но и вдоль дорог. Кстати, пока мы ехали, это от аэропорта, мы несколько различных стендов встретили с птицами. Там что-то вроде «Охраняйте природу» и так далее. В общем, отношение к природе получше немного, чем у нас. Ну, вот и все на первый день. На первый день впечатлений. Точнее, не день, а вечер. Сейчас уже 8 часов вечера по московскому времени. Тут оно, собственно, такое же. Ну, все, пока. Всем добра.